Один день, я уже не помню, за сколько ты обещал потратить на нас. Но ты же обещал. Наташ, ну обещал, обещал. Но я ж не соврал. Честно, поехал. У Тимохи даже машину выпросил. Но я не виноват, что они так резко назначили это совещание. Если я его пропущу, так мне вообще никогда и не повысят. А отказаться? В свой законный выходной, один раз в жизни. Слушай, это, между прочим, работа. И мы с нее живем. И ради нее тоже. Ты обещал, что весь день с нами в горах будешь. Павлик, зато я вас в торговый центр отвезу. Хочешь? Ну, купите себе что-нибудь. А я не против. Надо было сразу туда, без этих обломов. Пап, а мы тут не проезжали. Вот Алиска, глаз алмаз. А я решил напрямки. Тут быстрее будет. Лёш, ты что, вброд решил проехать? А чё нет? Тут же явно не глубоко. Фига себе. Да Тимох на этой машине где только не мотался. О, даже стекла бронированно себе поставил. Пап, мы же утонем, ты что? Павлик, не боись, не утонем. Ну все, погнали. Коты нужно сегодня отправить. Валя, да, но там забито все. Значит, разбей. О, давно не виделись. Да. А это вы к Нефедову? Я к Нефедову, а это вам. Добрый день, Валя. А, Попова на коты. Леонид, это совершенно ни к чему. Валя, я просто хотел извиниться. Сам у вас работу выпросил, а потом сбежал. Извинения принимаются. Но раз уж вы у нас решили не работать, тогда, пожалуйста, не отвлекайте от работы меня, а то мне уже будет неудобно. Конечно, конечно. И извините меня еще раз. Я пойду к Нефедову. Прикольно. Съездили в торговый центр. Это мы уже тонем, да? Я плавать умею, а ты тонешь, да. Алиса, прекрати, никто не утонет. Леш, ну что там? Что-что, гидроудар, походу. Черт, теперь точно на совещание опоздаю. Ну-ка попробую вытолкать. Здесь скала, здесь обрыв.
Наши машины стояли здесь. Здесь две на краю, парни еще зафиксировали. Эта пробка горела тут. Я побежал вот так. Но взорвалась сначала не машина, а канистра подлетела. Ну, ты видел? После взрыва нет. И что? Ну, она же там была. Ну как? Кто его знает? Ашот, ну ты же должен знать. Ну ты же бегал во время пожара. Если б видел, убрал бы. Я что, идиот? Вот. Получается, канистры там не было. Получается, она там в последний момент появилась. Кто-то ее туда принес. Кто? А, ну, может, она под машиной была? Да не было ее там под машиной. Мы там все смотрели, когда этого водителя, козла искали. Ну, который сбежал. Не было ее там, точно. А с той стороны за Микриком ты там чачу тушил. Тоже не видел канистру? Видел, конечно, но не убрал. У нас же один, ты не идиот. Так, ладно, все, брейк. Допустим, кто-то ее принес в последний момент. Кто принес? Когда? Когда четверка загорелась. Так, я был у машины той мамочки. Так. Метнулся к нашей. Угу. Взял огнетушители, прибежал к вам. На тот момент канистры там еще не было. Мы с Валерой поливали. Игорь побежал без канистры. Потом пацаны подтянулись. Ну и что? Ну и все. Дальше мы Микрик толкали. Люди кричать начали. А с другой стороны, кто-нибудь чужой мог подъехать в этот момент и оставить там канистру? Ну, может, и мог. Не знаю. Тут кабина горела как-то. Что скажет наша принцесса? Я ничего, я не лезу. Кто еще был? ГИБДД, но они далеко стояли. О, Ленька! Ну-ка, иди сюда. Всем привет. Я тебя как раз ищу. Да ладно тебе. Небось, коптер опять стащить хотела, а тут я. Да, да, хотела, но не коптер. Серьезно, у меня к тебе дело на миллион. На миллион? Это ж целый склад можно вынести. Мне Варвара звонила. Она просила вещи Дронова забрать из общей комнаты, из кухни, там фотки их, кружку его любимую. Поможешь? Почему она тебе звонила? Да я не знаю, почему она мне звонила. Не хотела вас беспокоить, вдруг у вас вызов. Так что, поможешь или нет? Я ж не буду тут одна шариться. Ну, придется помочь. Тут, а то мы вообще без кружек останемся. Одному не справиться. Слишком сильное течение, меня чуть не унесло. Давай вместе толкать. Да куда тебе? А я есть хочу. Я ничего не брала. Я думала, мы наверху в кафе поедим. Ну, классно. Сколько мы тут будем сидеть? Ты достал уже ныть! Алиса! Отстань от меня. Да мам, ему 11 лет. Он ноет и ноет, как дефектив. Так, тихо все. Алло, МЧС? Вас четверо? Да. Машина стоит на одном месте? Ее не сносят? Нет, не сносят. Пожалуйста, оставайтесь в салоне. Спасатели уже выезжают. Так. Давай рассказывай. Это четверка. Четверка. Она горит. Здесь обрыв. Угу. Так, я подбежал. Четверка горела. Микроавтобус, да? Тоже горел. А Дронов был рядом с кузовом. А ты подъехал на машине, которой прицепил трос. А Нефёдов? Где в этот момент был Нефёдов? Нефёдов? Нефёдов тоже тут. Люди закричали в микроавтобусе. Вы начали его вскрывать. Я отошел подальше, чтобы не мешать. И подошел к машине, которую ты вел. Ну, допустим, мы отвлеклись. Я тянул микроавтобус, ребята вытаскивали людей. Не заметили эту грёбаную канистру. Но ты-то стоял в стороне. Канистра там была? Ты ее заметил? Не было канистры. Можешь заявление написать? Конечно. На имя следователя? Да. Волошин. Юрий Петрович. Юрий Петрович. Ашот,
Тебе бы тоже заявление написать, что во время всей спасательной операции канистры там не было. Да, давай, конечно. Ручка. Эх, Нефёдов бы ещё написал. Я был у него сегодня. Ну и как он? Да как, все так же. Лежит на растяжке. Ясно. К Валентине, небось, тоже заскочил? Обиделась она на меня все-таки. А что ты ржешь-то? Я тоже у нее лежал. И что? Ленька-то на Валентину запал? Да ладно вам, я же не 15-летний какой-нибудь, чтобы западать. Просто Валентина хороший врач. Эх! А и человек хороший. Давайте, мужики, быстрее, а? Я прямо сейчас к Волошину поеду. Да. Я с тобой. Пожалуйста. Ну, ок. Ребята, машина с семьей в реке застряла. Так, все, работаем. Саш, иди к Волошину. Мы сами справимся. Точно? Да. А я с ними поеду, за ними присмотрю. А ты к Волошину. Никто же не против? Я против. Саид, ты еще не в норме. Ну, правда, ноги себе там поломаешь, а пацаны тебе слово против побоятся сказать. Куда уж больше ломать? Я никуда не влезу, ну. Все, Саид, я сказал, ты остаешься. Че за ними присматривать? Взрослые мужики сами справятся. Мужики. Говорю, в ванне, а ванна в море. Нет, не шевелится вообще. Походу, мертвая. Нет, я к ней не поплыву, еще чего. Конечно, все понимаю. Ну, просто все так срочно. Ну да, скоро буду. Ну, здесь просто дороги плохие. Дай поиграть. Ну, где-то еще полчаса. Алиса, да. Дай ему поиграть. Да сейчас. Я хочу сериал посмотреть, раз у нас такая суперская поездочка вышла. Мам, скажи ей, мам! Точь, прекрати, у него уже приступ будет. Какой приступ? Что, опять? Давно же не было. Это тебя давно дома не было. Отстань! Ну, ладно. Павел, ты что делаешь? Прекрати! Павел, да, что там, совсем берега? Больной вообще! Алиса! Вот, смотри, свое воспитание. Ну, что-то я с вами вообще поехал. Ах так? Сам воспитывай. Наташа, что, куда ты нас дурила? Встань! Стой! Вернись! Слышь, Наташа! Наташа! Вернись, я тебе говорю! Вернись, машина, ты куда упадешь? Да что ж такое-то, а? Черт. Так, тихо здесь сидите, поняли? Оп. Тихо, я сказал. Куда ж тебя понесло-то, идиотка? Отстань от меня! Деньги он зарабатывает! Гробу я видала мои деньги! Наташа, вернись, я тебе говорю! Нет! Ой, мама! Да не ори ты! Семейка, блин! Наташа! Наташка, держись! Мама, хватись за что-нибудь! Мамуля! Наташка! Наташку! Наташка, держись! Когда этот голос по рации прозвучал, Касацкий нес
пустые огнетушители в обеих руках. Я это отчетливо помню и прекрасно видел. Да там все сказано. Для того, чтобы послать сообщение на рацию, нужно как минимум на кнопку нажать, а у него руки были заняты. И канистру он поставить не мог, потому что он людей выводил. А до этого канистры там не было. У Касацкого мог быть сообщник или сообщник. Целая банда. И вот когда вы найдете банду, и каждый из них укажет на Касацкого, тогда... И тогда вы перестанете меня учить работать? Просто все говорит о том, что его тупо подставили. Об этом говорить не все. Ваши доводы любопытны, однако же... Юрий Петрович, ну у вас-то доводов и того меньше. Рация с отпечатками и все. На канистре-то следов никаких нет, я полагаю, верно? Значит, по-вашему, Касацкий успел протащить эту канистру на глазах у всей команды, поставить ее, удалить с нее следы. Но столь важную деталь, как рация, он забыл? Зато улика очевидная. И вы с ней одной в суд придете? Спасибо, Александр Викторович. Ваши заявления будут приобщены к делу. Уж очень надеюсь. Угу. А вам, Юлия Владимировна, я скажу тоже большое спасибо за помощь, за консультации. И впредь попрошу больше в этом деле участия не принимать. А за сим я вас не задерживаю. Не скажем, что было приятно. Ничего. Они просто уплыли далеко. И теперь по берегу возвращаются. На, ешь. Ты же голодный. Тихо, 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 дыши. Водички хочешь? Павлик, Паш, ты только не волнуйся. С ними ничего плохого не случится. Где твой ингалятор? В сумке маминой? Сейчас. Ну где? Смотри, вон она. И правда ванна. Значит, ее убили, пока она мылась, и в море выбросили вместе с ванной. А в море-то зачем? Ну, допустим, в Сочи появился маньяк, а это его ритуал такой. Витя, ты давай прекращай всякие страшилки по телевизору смотреть. Так, ладно, надо оборот избавлять, а то мы ее сейчас потопим и ничего не узнаем. Сбавляй оборот. Сейчас, Пашка, я соображу. Может, он в багажнике? Мама и в ту сумку могла положить. Мы ехали же на один день, вещей напихали. Папа, уйди. Да я и не могу. Папа! Папа, ты только молчи, ты дыши, дыши. Что думаете, народ? А чего думать? Лебедка, он же не глубоко, вытянет. Да ладно тебе пешком добежать быстрее. Людей надо в лодку доставить и на берег. Дно тут такое, с сюрпризами. Да, сюрпризов как-то не хочется. А что-то их там кажется меньше. Говорили четверо, а я вижу двоих. Так телефон есть, позвони, спроси, как у них дела. Фомин, готов лебедку? Сразу два троса будем тянуть. Один на лодку, другой на тачку. Телефон выключен. Странно. Я доберусь туда, дам знать, если что. Рацию не потеряй, орел. Веревку не упусти. Там кто-то машет! Да, девушка. Что-то не так. Я должен был с ним идти. Может, я туда? Стой! Оступишься, унесет тебя сразу. Подожди, пока трос натянут. С
Смотри, вроде целая, не порезанная, не задушенная. Может, и того? Током шандарахнуло. Ну, знаете, фен роняет в ванну. Хватит ерунду придумывать. Давай, одевай гидрик и вперед. Зачем? Как зачем? Обследовать? Не надо меня обследовать. Ну что непонятного? Я 3 года без отпуска, приехала на море, вода холодная. Ну так сейчас же не лето. И что? Мне теперь еще 3 года ждать, чтобы просто в морской воде полежать, на волнах покачаться? А в ванной у вас вода не холодная? Конечно, не холодная. Я же тут мало, она на солнце нагрелась. Витя, это новый биологический вид отдыхающих. Знаешь, курортный тупикус. Девушка, ну нельзя же в ванной в море плавать. У меня маломерное судно, не более 10 лошадиных сил. Да какое судно? У нас вообще не судно, оно у вас неуправляемое. Между прочим, очень даже управляемое. И прежде чем выходить в море, нужно уведомлять погранслужбу. Вы это сделали? Ну, конечно, сделала. Якушева Данна, звоните, проверяйте. Да кто придумал тут стекла бронировать? Вы как? У него астма. Что? Астма. Я не слышу, река шумная. Астма. Горло болит. У него астма. У него горло болит. Астма. Астма. А ингалятор есть? В багажнике. Ну тут все. Закрыт. А где родители? В воде. Фомин, прием. Прием. У ребенка приступ астмы. Двери машины заблокированы. Ингалятор в багажнике закрыт. А где еще двое? Родителей по течению унесло. Понял, мы за ними. Мы вдвоем справитесь? Да, бегите. Есть рычажок. Надави на него. Угу. Надави. Хорошо, молодец. А теперь потяни сиденье на себя. Угу. Ашок, давай разобьем стекло. Ему надо укол сделать. Да стекло бронированное. А просто нельзя разрезать эту дверь. Можно. Беги тогда на берег за болгаркой. Получилось. Там дыра в сиденье. Попробуешь пролезть туда? Думаю, да. Найди ингалятор и передай ему через решетку. Ага. А я пока багажник ваш вскрою аккуратно. Черт, или не вскрою. Вот он! Нашла! Павличек, солнышко, повернись ко мне, возьми ингалятор, тебе сразу легче станет. Давай, попробуй. Помнишь, как делать? Переверни. Давай я, давай. Сюда, пожалуйста. Прям сюда. Давай, глубокий вдох. Умничка. Алис, как он дышит? Дышит? Свистит сильно, хотя уже не кашляет. Ты лезь к нему, чтобы успокоить. Я не могу! Оно закрылось! Закрылось? Как? Сиденье назад задвинулось. А что? Надо бы ускоряться! У нас девочка замурована в багажнике! Леша, пожалуйста, не умирай! Леша, я больше не буду насчет твоей работы, Леша! Прости меня! Я ж знаешь, как я тебя люблю, Лёш.
Получается, я могу уйти? Уйти можете, уехать нет. Подпишите. Командиру вашему скажите спасибо. За то, что не могу уехать? За то, что можете уйти. Вон, сколько бумаги извел. А вы сами видели рядом с машинами канистры? Послушайте, если бы я увидел канистру с бензином рядом с горящими машинами, я бы ее убрал, наверное. Наверное. Ну и сколько нам так дежурить? До заката, пока она не замерзнет? Витя, а какие у нас варианты? Силы ее вытащить не имеем права. Оставлять тоже нельзя. Она может утонуть. А если не силой, а тихой сапой? А как ты своей тихой сапой собираешься ее из ванны вытаскивать? Так я не буду ее из ванны вытаскивать. Я ее на берег буду вытаскивать. Ну, поднырну с аквалангом и аккуратненько, потихонечку буду тащить. Ну, как будто прилив. Ну, тогда ее тянуть придется так аккуратненько, чтобы она вообще ничего не заметила. Константин, я вам обещаю, я буду тащить ювелирно. Теперь так там и останешься? Нет, ну ты что? Нас скоро на берег вытащат. И мама с папой придут. Они утонули? Нет, они не утонули. Подождите, сейчас. Сейчас, подождите, немножечко осталось. Есть! Ага, давай. Все. Ты Павлик? Да. А я Леня. Очень приятно. Сейчас я сделаю тебе укольчик. Не боишься? Нет. Хорошо, молодец. Настоящий мужчина. Ашот, поможешь мне ребенка доставать? Да, давай его в лодку. Я с берега приму. Давай. Сами дойдете? Да, конечно. А как вы его? Донесем. К нам уже скорая на встречу едет. Справишься? Не хуже тебя. Что это было? Где? Толчок. Это вы меня толкнули? Девушка, смотрите, вот дельфины как близко подошли. Нет же никого. А берег действительно совсем близко. Ну что же вы хотели? Вас прилив несет. Интересно, а куда это ваш напарник подевался, а? А, так он отдыхать пошел. У него еще полчаса есть. А потом моя очередь.
Вы его заберите, а со мной потом как-нибудь. Алис. Паш, ты не бойся, я скоро приду. Тебя доктор на лодочке отвезет. Иди сюда. Ага. Алис, Паш, ты не бойся. Мы обязательно вернемся, Алис. Еще немного осталось. Алиса, приготовься, мы сейчас тебя выкинем. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Держись, Алиса, я сейчас! Он не едет, давайте вместе будем тянуть! Да куда ты? Павлик, не бойся, Ашот обязательно вытащит твою сестренку. А если он не сможет? Он сможет, не волнуйся. Да, я тут, я большой, я не буду каждым, честно. Точно? Да. Обещаешь? Да. Все, обещал. Смотри мне, Павлик, смотри у меня! Дыши, Павлик, дыши! Хорошо, сейчас я тебя достану. Отойди от решетки. Павлика, нельзя, чтобы он один. Он в порядке, не переживай. Павлик, ты дыши ровно, дыши! Кого видела? Я никого не видел. Дельфин! Это был дельфин! А, дельфин. А у нас дельфины каждый день кого-нибудь на берег выталкивают. Класс! А что, не успела любовника спрятать, да? Успела. Привет, мой свет. Обед не успела приготовить. Я не голодный. Надо что-то делать. Время вперед. Надо... О, а я детскую кроватку соберу, точно. Нет, Сережа, мы же договорились. Соберешь, когда я рожу. А когда эти ваши... Суеверия. Что-то случилось у вас? Чего? Ну, у вас все время что-то случается. Нет, у меня ничего как раз не случается. Потому что ничего не дают делать. Это не трогай, туда не лезь. Это не надо. Чувствую себя как... Как беременный? Вот-вот. А что, родил бы, получил свой миллион. И кедрени пени. Ну, родим скоро. Не будем оба заняты. Ты пойми, ты, я мужик. Мужик не может быть просто хорошим папой. Но мамой тоже быть нелегко. Давай, успокойся. Скоро поднаберешься сил и в бой. М? Мужик. Мой мужик. Твой. Дёй твой. А, кусается! Шучу. И ты вот так вот взял и Саидычу не разрешил поехать? Силен. Ну, это мои люди. Я их абы кому не доверю. Сразу видно, командир. Это я своему отряду командир, а твоему командиру я не командир.
Не нравится мне Саид, если честно. Ты тоже заметил? А ты видел, как гусарит, без палочки ходит? Упрямый. Это он сейчас на базе сидит, дослушает, а потом все равно на вызов поедет. Ну, это мы еще посмотрим. За ним следить надо в 10 глаз. Его одного отпускать нельзя. А я не просил меня отпускать. Здорово. Да мы не про тебя. Че, еще кого-то забрали? Да за Саида он переживает. А ты че пришел? Дома бы отсиделся сегодня? Отсиделся уже. Я хочу в ночное выйти. Могу? Можешь. Чай будешь? Мне Волошин велел тебе спасибо сказать. Ну, если ты теперь Волошину подчиняешься. Ему бы не хотелось. Здравствуйте, Машенька. Принесли, да? Спасибо. Да не за что совсем. Там наши ребята спрашивали. Переживают очень. За меня переживают? Ну, и за вас, конечно, и за... Ну, скучают они по командиру. Ну, командир у них уже новый. Командира заменить проще, чем мужа. Вы знаете, они как-то к Саше вообще не очень. Они считают, что это он во всем виноват. Гибель Валеры? Правда? Да нет, неправда. Ну, в смысле, да, они так думают, но он не виноват. Ну, конечно, он виноват. Вы им так скажите. Уж если кто и виноват, то точно не он. А вы знаете, кто? Знаю. Я. Ты мокрая вся. Ой, прости. Опа. Ого, Лёнь, помогай. Давай сюда. Мам! Мама! Так, аккуратнее, Гладим. Ой, и ты мокрая. А где папа? Папа. И папа мокрый. Зато живой. Что с ним? А камень ударился. Ага. Кого там ЧМТ? Его. Мы с вами. Кто это мы? Мы. А вас немного? Да. В самый раз. Да я без них тоже не поеду. Точно? Никогда без нас не уедешь? Точно, сынок. Я теперь без вас вообще никуда не поеду. Спасибо вам, спасатели. Да не за что. Обращайтесь. А, то есть, не обращайтесь. Хватит с вас уже. Так. А что такое ЧМТ? Черная маленькая трясогузочка. Чесночно-морковный торт. Ладно, я сам погуглю. Ребят, взяли. Пройдемте. Когда тетя Глаша начала мне готовить этот суп, я была совсем зеленой и не умела варить даже макароны. Но тетя Глаша мне сказала, даже такой дебил, как ты, Юлька. Ну что такое? Ну я кручусь вокруг себя, верчусь, ты вообще ноль эмоций. А, прости, я здесь завис чего-то. Так, тетя Глаша, угу. Это твоя родная тетка, да? Нет, тетя Глаша у нас вела снайперский курс. Так вот, сейчас водички. Не надо, спасибо. Не надо. Винишко. Хотя... А, нет, нет, не стоит. Я сейчас на базу еще поеду. Понятно. Невкусный суп? Нет, вкусный. Классный суп, правда. Просто хочу с Игорем вместе подежурить. Думаю, поговорим по душам, может, наладить с усем. Больно смотреть.
Мне кажется, он хочет сказать спасибо, а вот язык не поворачивается. Может, не поедешь, Сашуля? А еще эклерчиков напекла. Давай. Боишься, что меня убивать будут? Боюсь. Не бойся. Я знаю кунг-фу. Тогда я сейчас наварю тебе термос кофе и глаз с него не своди. С Касацкого? С термоса. А. Угу. А зачем? Суп ешь. О, прикиньте, кто у нас сегодня ночью дежурит. Только не я. Тогда, значит, Касацкий. Да ну, значит, у нас получилось. Скорее у Грека, чем у нас. А ты что, Сонь, не рада? Очень, конечно, рада. Я, пожалуй, с ним тоже останусь сегодня подежурить. Романтик. Не завидуй, Самин. Позови Машу подежурить. Может, ты останешься уже с этой Машей? Валя, боже мой, что случилось? Да ничего, не пугайтесь так. Просто пришла капитана Грека проверить. А-а-а. Разумеется, на осмотр он не пришел. Я знал, что вы неравнодушный врач, но не до такой же степени. Ой, слушайте, нормальный я врач. Ага. Пока. Пока. А Грека уже нет на базе. Но вы не беспокойтесь, я за ним смотрю. Хорошо, тогда и спокойно. Леонид, раз уж мы пересеклись, да? Я бы хотела извиниться перед вами. За что? Ну, вы мне цветы, а я вам нахамила. Ну, во-первых, не нахамили, а во-вторых, я заслужила. Ну, совсем не заслужили. Просто понимаете, когда пациенты дарят цветы, это одно. А тут мне перед коллегами было неудобно. Понимаю. Больше не буду вас компрометировать. Валя, а давайте я вас до дома провожу. Просто провожу до дома. Поздно уже. Нет-нет, спасибо. Подождите. Может, я тогда вас как-нибудь на кофе позову? А? Смотрите-ка. Ух ты! Какие гости! Пациент объявился. Забыл чего? Подежурить пришел. Наверное, не до конца вылечился. Вот-вот. Ну, давайте я хоть осмотрю вас. Кушетка у вас есть? Конечно. Да. Пойдемте тогда внутрь, в комнату. А я вам кофеек сварю. Зря ты, Игорь. Я даже на секунду не поверила. Угу, конечно. Глаза по 5 рублей были. Ну, это просто шок. Ладно тебе, ты не обязана мне верить. Обязана, я же... Мы же вместе. А может, зря они меня отпустили? Может, я и есть убийца? Что ты ерничаешь? Всем привет. Привет. Здорово. Есть будешь? Да нет, спасибо, я на базе кофе попил. Пап, а ты громоотвод сам, что ли, поправил? Карена на помощь позвал. 2 часа слушал вой Бродовитянов и позорную свадьбу в ресторане. И вы еще спрашиваете, почему я не женюсь? Пап, ты это... Да ничего, сын, я же понимаю, после такого любой бы психанул. Ну, потерять командира... Ой, перестань, он еще при командире весь дерганый ходил. А все почему? Правильно. Потому что нужно хорошую девочку себе найти, как Тамарочка, а не лазить в окна к замужним женщинам. Чего? Того? Весь город говорит, как тебя муж какой-то бесстыжей женщины гонял этой самурайской саблей. Мечом. А мечом какая разница? Мам, я тебе поражаюсь. Мало того, что ты всякие сплетни слушаешь, так ты еще и в них веришь.
Я мать твоя. Я глазам своим верю. Я же вижу, что ты после этого сам не свой весь ходишь. Что ты молчишь? Скажи ему. Ай. Так, ребенок, все, идем руки мыть. Пусть они тут сами разбираются. Идем, мой дорогой, идем. Слушай, она же не права, да? Ты же не из-за той женщины психуешь. Нет, не из-за нее. Я эту женщину даже не видел. Я психую из-за ее мужа. Боишься его? Да не его. Я теперь высоты боюсь. Издеваешься? Ты в ВДВ пошел ради высоты. Да? А теперь даже на крышу залезть страшно. И страшнее, что скоро об этом все догадаются. Ну, а еще страшнее, что... Что ты не сможешь из-за этого кого-то спасти? Да. Только давайте быстрее, пожалуйста. Мы чужой диван заняли. У нас сегодня влюбленная пара дежурит. Нас все равно выгонят. Вот нужно было ко мне в больницу на осмотр приходить. Тогда бы нас никто не выгонял. Руку давайте. А вы знаете, почему я к вам не приехал? Почему? Юля не отпускает. Ну, ревнует, вы слишком симпатичная. А вам не стыдно врать? Честно? Честно. Стыдно. Господи, это что такое? Ты чего? Газ открыт, все комфорки. Нормально? Нет, ненормально. Чувствуешь? Вы еще и газом пользоваться не умеете? Просто кто-то использует его не по назначению. Уже границу прошли или нет? Тихо, сына. Проходим. И правда. Никого нет. Артур у нас прошаренный. Так он уж сколько раз ходил. Повадки погранцов хорошо знает. Они как раз ночью шмонают всех. А если в наглую прешь среди бела дня, даже не чухнутся. Заткнитесь там. Погранцы! Заглушить мотор! Лазили, черти! Thank you.
хоть одного взяли. Сейчас ориентировку передадим в погранслужбу. Разворачивайся. И ты тоже. Че там? Кранцы, все, приехали. Что у вас там? Мотор, кранты. И течь. Да ерундовая. Может, мы вас на буксир дотянем? Не, не дотянете. Выгруженные мы тоже. Короче, Вова, идите к берегу и ныкайте груз. А потом за нами вернетесь. Принесите старый мотор и залататься чем-нибудь. Так отнесет же нас. Ну ничего, телефоны есть, найдемся. Ну, добро. А что, если не вернуться? А вот ты это и проверишь, Стасик. С ним пойдешь. А с нами Вовкин сын останется. А? А? Как тебя звать-то? Слава. Ну давай, Слава. Коммунизм. Вылезай. Аккуратно принимай. Сейчас. Держитесь там. Слыхал, Кость? Держись тут. Если бы у нас была частная клиника, я бы вашему отряду продала абонемент. Боюсь, мне не светит вернуться в тот отряд. Ну, не все так страшно. Валь, я врач. Я кое-что понимаю в компрессионных переломах позвоночника. Еще повезло, что при таком ударе тока сердце выдержало. Только позвонки полетели. Здрасте, здрасте. О, больной, смотрите-ка. Здорово. А вот и паломники с утра пораньше. Ну, как вы себя чувствуете, Иннокентий? Ну, вот ты еще раз меня так назовешь, тебя, доктор, сделаю пациентом. Пока не уснул, просьба есть. Да, Иннокентий. Простите, что для вас? Меня надо заменить. Вот им нужен очень хороший врач. Ты, Лёнь, хороший. Ты нужнее там. Ну, у меня же нет такой подготовки, и я Валентине обещал. Лёнь, это какой ты подготовки говоришь после Красного Креста? Я здесь надолго, и... Уж когда, если я восстановлюсь, то тогда, ну... Соглашайся. Хорошо. Вот. Я готов. Берег тут не очень. Я через 2 километра одну бухту знаю. Можно туда. Какие 2 километра? Ты что, псих? Думаешь, эти псы в береговую не стукнут? Вылезаем, пока пусто. Блин, мель! Отойди, твою мель! Вер, ну, поломались. Как бы ничего бывает. Ну, ничего страшного, за нами уже 2-я лодка идет. Я тебя жду, Кость. Катю не оставлю пока у бабушки. Если сегодня опечатывать придут, ей лучше не видеть. Вер, не волнуйся, я успею с деньгами. Да бог с ним, главное, сам приезжай. Осторожней там, ладно? С Артуром этим. Я ему не верю. А, слушай, тут связь пропадает, мы далеко от берега, я тебя позже наберу. Ладно. Хорошо, пока. Че, с деньгами хочешь успеть? А кто пищал, глуши мотор, сдаемся. Лучше без денег, чем с пулей. Если бы я знал, что вы дорогую алкашку возите, я бы не пошел с вами и лодку бы не дал. А он не знал. Он не знал, он думал, что мы через кордон чай возим. Ты, Костян, как был дятлом, так дятлом и остался. Слушай, фигня это все. У него не останавливается. Надо МЧС вызывать. Надо лодку сперва с камней снять. Пусть они и снимут. Заодно и ментам позвонят. Ага. Давай иди помогай сюда.
Давай, давай. Давай, 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 давай. Слушай, дофигня это все. Надо ее разгрузить, она легче будет. Куда? Ящики весят дофига. Будем разгружать, перебьемся. Надо попробовать задним ходом стать. Ты видишь, мотор на камнях лежит? Тогда давай толкать. Да, я сидела прямо напротив Нефедова и... Я не могу вспомнить, чтобы кто-то рядом с ним наклонялся под стол. Да не обязательно рядом с ним. Вообще, кто-нибудь из сидевших за столом нагибался? Ну, может, там вилку уронил или нет, не помните? Я постоянно прокручивала про себя этот эпизод и... Не, ничего такого не заметила. И вот так все. Куча народу, никто ничего не видел. Все же на экран смотрели. Ну так вы же сами ничего не заметили. Хотя специально пришли на поминки, чтобы за всеми подозреваемыми понаблюдать. Ладно. У Семечкина с Нефедовым какие отношения? У Семечкина? Да хорошие. Дружеские, можно сказать. Нефедов его даже защищал. А. Вы про Семечкина спрашиваете, потому что отпечатки его на том проводе. Так это он телевизор подключил. Я в курсе. Да? А на бутылке, из которой вода пролилась под стол, на ней отпечатки нашли? Вы свидетель, Юлия Владимировна, хоть ничего и не видели. А свидетели вопросов не задают. Понятно, значит, не нашли. Но, в общем, это и правильно. Он же провод руками не трогал, просто ножом его проткнул. С бутылки он, выходит, отпечатки стер. Кто? Ну, хотела бы я знать, кто. Но вы же знаете. Но почему-то не желаете мне сказать прямо. Вы же знаете, с кем у Нефедова вчера произошел конфликт. Вчера? Вчера. Да я не знаю, честно. Честно-честно? Да. А я думаю, с тем человеком, от которого Нефедов защищал Семечкина. И у которого был зуб на Дронова. С Игорем Касацким. Зачем вы его покрываете? Я никого не покрываю. Я просто считаю, что мотива недостаточно. И нужны доказательства. А они есть. Вот так. Ну, давай! Прошло после крушения? 15 минут. Понятно. Вы кровь пытались остановить? Да. Спасибо за информацию. Заявка принята, к вам выезжают. Прошу любить и жаловать, Леонид Кистрин – замечательный человек и отличный доктор. Добро пожаловать в команду. Сейчас Прохоров придет, тебе все расскажет. Хорошо. Чай? Быстро ты замену Нефедову подобрал. Если надо будет, нас так же быстро заменишь? Ну, вообще-то меня сам Иннокентий подобрал. Меня тоже не проблема поменять, да, Игорь? А вы его видели, Нефедова? Да, да, он конечно. Он поправится? Конечно, конечно. При грамотном лечении у него... Компрессионный перелом позвоночника сложный. Это месяцы реабилитации, но он обязательно поправится.
Саша, отпустишь нас? Мы бы его навестили. Нельзя это после дежурства сделать. А вот Юля идет. Наверное, тоже из больницы? Нет, ребят. Не совсем. А откуда? Езжай, конечно, Соня. А если пожар или наводнение? Саш, там это... кораблекрушение. Один под лодкой застрял, другой с разбитой головой. Надо катер спускать. Так давайте лучше мы. Ваш отряд вчера выходил. И доктор, наверное, освоился надо как-то, да? Ладно, езжайте. Саш, может, тебя на минутку? Попросим соседей 7-го пирса нас забрать. Прохор Шурочкин, за мной! Не подменишь меня на полчасика. Да не вопрос. А что случилось? Засиделся, пройтись хочу. С Марьяной, что ли? Ну да. У нее перерыв, я вот ей пирожки нажарил. Хочешь? Взятки пирожками? Ладно. Давай, беги. Спасибо. Иди гуляй. Помолодел, старик. Заткнуть бы чем? Потонем, пока заплатку дождемся. Не успеем. Они скоро вернутся. Что ты решил? А Вовка сынка своего не оставит. И долго они нас искать будут. Связи-то нет. Надо что-то делать. А у меня там винтики вроде завалялись. Это что? Руки убери. Артур, ты в своем уме? Закрой и не сунь свой нос. Я закрою, я сейчас закрою. Я бордел! Я на тебя подписался! Пап, вяжи его! Давай! За торговлю оружием дадут по полной. У меня дочь, я не готов до конца жизни сидеть в тюрьме. Еще что-нибудь выпьешь, вот наступит конец твоей жизни. Вот такие дела, Марьяночка. И психология тут ни при чем. Да уж, тут криминологией пахнет. Мне ребят жалко, помочь им я не в состоянии. Володь, вот это вот правда зря. Но вам достаточно просто рядом быть, людям уже легче. Правда? Простите, пожалуйста. Это вы нам? Да, пожалуйста, помогите мне. Ничего себе. Верхолаз. Я за шариком Кати на день рождения. Понятно. А это не твой дом? Нет, здесь Коровин живет. Он очень злой. Но его сейчас нет. Он по утрам на рынок уходит и со всеми ругается. Так вот он сейчас придет, нас впустит, и мы тебя снимем. Вы не успеете, он убьет меня сразу. А ты сам-то как туда пролез? А вон там доски раздвигаются. Стой. Нет, ну это вообще никак. Даже вы, Марьяна, не пролезете. С вашими пирожками скоро ни в одно платье не пролезу. Так, высоковато, конечно, но можно попробовать. Что можно попробовать? Что вы с ума что-то сожгли? Да перестаньте, Марьяна, не совсем уж я старая развалина. Вот вы тут и развалитесь. Я вас не пущу. Давайте зовите своих ребят, пусть они там, я не знаю, лезут куда-то. Ну, по-хорошему надо хозяина ждать или участкового вызывать. Не могу же я просить ребят лазить втихаря по чужим садам. Ладно. Подождите меня здесь. Подожду. А вы куда? 5 минут. Сынок, ты сиди спокойно там, я скоро приду. И ты, пузырь, сиди, охраняй Марьяну. А ну-ка не бегать! Володя!
задыхается. Ну, ничего страшного. Главное, что все живы. Держи. Как там у тебя, Кость, живой? Пока живой, крови много потерял. Ага, взял. Тяжелое, что у вас там внутри? Ну, да. Так, я еще раз давайте попробую, а вы держите. А вот и я. Не ждали? Я думала, вы с автолестницы приедете. Ну, откуда у нас? Мы ж не пожарные, и потом на машину с лестницы весь район сбежится смотреть. Это что, кровать? Ничего ты от вас не скроешь. Пузырь пошел. Тащи пузырь. Отлично, включаю. Куда нести? Как он вас без команды принял? Да не во мне дело. Он спасатель покруче нас всех. Сам знаешь, что делать. Давайте я слез помогу. Не надо! Руль держи! Так, камни у нас растолкать не получится. Скорее всего. Ну, значит, выход у нас один. Сейчас будем разгружать вашу лодку. Даже не думайте! Груз слишком хрупкий. Влаги боится. Вы не беспокойтесь, мы аккуратно будем вытаскивать. Даже не думайте! Даже так? Ну что, вы долго еще? Мне его срочно в больницу надо. Вы что хотите, по своим нежным грузам остаться тут навеки? Лучше останусь. Я за него головой отвечаю. Ну, а мы отвечаем головой за вас. Давай, Витя, разгружай. Не надо ничего трогать! Да вы что? Витя, глянь-ка, что у них там в этой лодочке? Ага. Оно тут надулось, кажется. Ну тогда прыгай! Ой-ой-ой. Вылезай, страдалец. Там какие-то звуки в доме. Кажется, он вернулся. Кто? Коровин? Ну, тогда беги скорее отсюда. О, а шарик-то? Ой. Я его сду. Пойду попрошу надуть еще раз. Ну, давай, Катя тебя, наверное, ждет уже. Беги. А если вас Коровин застукает? Не переживай, он Коровин. Я Быков, мы с ним пободаемся. Спасибо вам. Давай. Так, ну что, сдулся вроде. Давайте вытаскивать. Стоять! Ворюги проклятые! Пузырь, молодец. Подвинься. Вы кто такой? А? В моем саду! Я сейчас полицию вызову. Так, Коробин, а вам кто разрешил здесь вот так вот бегать и орать? Ой, Марина Ивановна. Да, здесь проводятся учения МЧС, а вы идите домой и измерьте там сатурацию, понятно? Я каждый раз меряю. У меня все в норме, честное слово. Ингаляцию, как вы велели. Да, 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 вот и молодец, отлично. А бегать не надо. И идите домой. Все. Всего хорошего. Здоровья вам. Ну, актриса. Поехали. Прошу. Слушайте, тут виски, походу, очень дорогой. И, разумеется, контрабанда. Ну, как я и думала.
Так, 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 ну-ка, ну-ка. Слышите меня? Как зовут? Слава. Очень хорошо. Сын мой, Слава, у Артура в лодке. Вот он? Так, а вот это уже плохо. Кой, что у вас там? Блин, слушай, Ливия, это круто. Угу. Вот про кого Машке надо репортаж сделать. Ты уже сам для нее сюжет придумывай? Да я шучу. У тебя девушка журналистка? Она не моя девушка. Ну и зря. Хорош. Очень правильно, что ты к нам пришел. Тебе бы в обычной больнице после Красного Креста было бы скучно. А у нас тут очень весело. Ухахатываемся, да? Добрый день. Гражданин Касацкий, вы задержаны. Прошу проехать с нами, вот постановление. Почему? А, я понял. Мой хороший друг Нефедов наябедничал, что у меня с ним ругань вечная. Стоп, подождите. Ругань — это не повод. Ругань, конечно, не повод, а только мотив. А вот рация, которую мы нашли на месте гибели вашего командира, с вашими отпечатками, это уже повод. Какая рация? При помощи которой вы заманили Дронова к месту взрыва. Пройдемте. Извините. Бред какой-то. Уже все равно меня утопит. Лишь бы деньгами не делиться. Сейчас хлебало не закроешь, точно утоплю. А я бы не взял твои деньги, ой, мне лучше дом свою банку отдать, чем вот на таком зарабатывать. Ой, не взял бы. Кто бы тебе дал-то? Покупатель мой. Нужно мне еще делиться со всякими дебилами. С какими дебилами? Ты себя дебилом считаешь? Нет. Нет? Нет. Ну тогда думай, чем воду вычерпать, а то потонем до прихода наших. Поднимать. Волна пошла, ему сейчас ногу размолотит. Я отсюда гидравлики попробую. Спокойно, сейчас. Ни раз, ни два, ни три. Держи, ведь достаю. Пошел. Это какое-то проклятие на мне. То отца мы его задержали, теперь вот Игоря. Да. Ну, отца же выпустили. Может, здесь тоже все наладится. Я вот всегда считал, что спасатели — это такие люди, которые в принципе не могут ничего плохого. Тот, кто спасает других, он разве может убивать? У нас тоже в голове не укладывается. Ну а врачи? Они ведь тоже спасают людей. Среди них тоже бывают убийцы, нет? Я не встречал. И потом, врачи — это не то же самое. Они собой не рискуют. А тут человек, готовый отдать свою жизнь в любой момент. Свою отдать, а чужую забрать? Да что мы обсуждаем вообще? Нашего товарища обвиняют в убийстве. Мы что, все поверили? А ты типа не веришь? Да, он не верит. Никто не верит. Разбираться надо. Я разберусь. Сволочь такая.
дне, это все фуфло. Надо нырять и отверткой ее туда. Слава, ты понимаешь, да? Он меня обманул. И вас всех тоже обманет. Артуру верить нельзя. Он и сам никому не доверяет. Иначе бы не оставил тебя тут в заложниках. Он успел про сына Славу сказать. А что именно сказал? Он сказал, что Слава находится на лодке у Артура. Так, значит, где-то есть еще одна лодка со Славой Артуром. Стас! А вот вы как считаете, этот ваш Артур, он опасный человек? А ну тихо! Слава! Слава! Лодки! Лодки! Ждут нас! Ждут нас! Заткни фонтан! Пробоина! Ты идиот! Они там погибнут! Мотор! Мотор! Телефон! Телефон! Точка! Точка! Так, сейчас. Давайте палец. Ага. Алло, добрый день, МЧС, майор Аверина. У нас вот пострадавший признался, где находится лодка. Лодка не на ходу. Сейчас скину вам координаты с телефона пострадавшего. Да, мы сейчас даем их врачам и поможем искать. Приехали. Поганцы. Здравия желаю, майор Аверина. Мужики, принимайте это. Давай на выход. Скоро где? Через минуту будет. А лодка с контрабандой где? Мы ее там оставили, на буксире тащиться. Сейчас вам координаты скину. Да я вообще внимания не обратил. Мы много оборудования оттуда вынесли и все побросали в багажник. Я думал, что я рацию тоже на автомате туда бросил. А на самом деле? Потеряли, да? Не знаю, как я мог ее потерять. Она у меня здесь висела, как всегда. Может, ее стащил кто-нибудь? Кто, Грек? Это он во всем виноват. Ну, а с другими у вас тоже такие отношения? Тоже такие, тоже нормальные. Угу. А с Нефедовым? Капитан Нефедову у меня никаких вопросов нет. Он ко мне цеплялся, я ему отвечал, это тоже нормально. Ну, а насчет Софьи Кружко? С ней у вас более теплые отношения, насколько мне известно. И что? Ее ведь не было рядом с вами, когда погиб майор Дронов. Здесь дым повсюду, нечем дышать. Никто не приходит. Да, это тот голос, который мы слышали в рации в тот день. И он, по-вашему, не похож на голос Кружко? Совершенно не похож. Вы считаете, что похож? Может, тогда Кружко всех убило? Захваченные преступники дали показания о том, что главарь их банды, рецидивист Артур Изюмов, скрылся на третьей лодке с контрабандным товаром. Судя по всему, эта лодка получила повреждения и до сих пор находится в море. Алло, здравствуйте, я... Мне нужно сделать сообщение по поводу этих контрабандистов, которых ищут. Я их по телевизору видела. Понимаете, с этим Артуром Изюмовым, я его знаю. С ним в море пошел мой муж. Константин Чуднов. Да. Пожалуйста, вы его спасите, ладно? Он ни в чем не виноват. Он не знал, что там контрабанда. Так, значит, этот квадрат мы прочесали, значит, надо сюда. А тут-то пограничники прочесывают. Можем здесь посмотреть. Забираем вправо на 2 часа. Ты думаешь? Не знаю. Слушайте, а там вон что-то черное виднеется. Семечка, у тебя зрение как у орла. Там, правда, какой-то чемодан плавает. Да? Давайте к нему подойдем.
глупо. Ну, судя по тому, что обычно в таких кейсах перевозят. А что в таких кейсах перевозят? В основном оружие, семечек. Оружие? Так, если они были здесь, а вот это течение самое сильное, то снесло их, по идее, в ту сторону. Получается, где-то по пути выронили? Да, но кейс-то легче. Значит, его сносило другим течением по поверхности. Получается, нам надо в другую сторону? Послушай, надо звонить по гранцам, потому что неизвестно, что происходит на этой лодке. Ну, вообще, да, такие чемоданчики просто так в воду не выбрасывают. Привет. А где все? Кто где? Ты чё такая? Что-то случилось опять? Тебе до этого мало было? Ясно, извини. Если ты Фомина ищешь, он на пирс пошел. Да почему обязательно Фомина-то? Мне бы хоть кого-нибудь. Ну, можно и Фомина. Она опять выпала, что ли? Вы же понимаете, что никто за нами не придет. Сто раз нашли, если бы искали. Или они где-то сами потерялись, дятлы? Может, их повязали. Типун тебе. Слышь, я, между прочим, еще не решил, что с тобой делать. Потонем скоро. Если не потонем, нас найдут пограничники. Все равно всех посадят. Слава, развяжи меня. Ты же понимаешь, ты в плену, как и я. Только он один, а нас двое. Все, Костян, решила, что с тобой делать. Мочи его. Я зачем? А затем, что эти пушки нам заказали серьезные ребята. И они требуют, чтобы ненадежных людей мы убирали. Это закон. А теперь ты мне докажи, что ты надежный человек. Не зря мы тебя с собой взяли. Бери. Лучше ты меня убей. Зачем пацана кровью мазать? Могу и обоих. С пистолета стреляли. Оттуда! Дай-ка. Точно, там лодка. Весь полный ход. По гранцов не дождемся, у нас оружия нет. Так еще мы полдня просто так мотали, чтобы там трупы выловить. Правильно, Юрий. Полный ход. И ты мне будешь рассказывать, что ты не специально промахнулся. Ладно, гаденыш, я сам. Артур, оставь пацана. Заткнись, сука. Даже так. А ты уверен, что это правильный выбор? Нет, вообще все неправильно. Вообще все неправильно. А ты сможешь? Ты сможешь? Ну давай, ты же сможешь. Давай! 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 А я могу! Слава, берегись! Come on.
Свит! Я тут не нужен. Стоп, аккуратно. Ага. Какая рука прострелена? Аккуратно. Пиздец. Давай, давай. Держись. Давай, аккуратно. Да просто офигеть. Касацкий? Серьезно? Скажи сенсации. Дим, ну хватит уже, а? Опять ведь прощения будешь просить. Ну, это точно. Ну, прости, я просто переживаю. Да ладно. Я уверена, что его отпустят. Он же не виноват. Больше всех Варвару жалко. Жену Дронова. Слушай, а почему она никогда к нам на базу не приходила? Вон, Зоя все время приходит к нам. К Саиду. И всех нас знает. Откуда я знаю? Не ко всем жены обязаны на базу приходить. И дочери. И пожалуйста. Могу вообще не приходить. Хочешь? Нет, не хочу. Один ранен. Огнестрел. В больницу его сами отвезете? Отвезем. А остальных к вам вести? Нет, там одного. Изюмова Артура. А второго отпускайте. Он свидетелем пойдет. Пусть он жене скажет спасибо. Прибежала в полицию, такой шум подняла. Повезло тебе с женой, Костя. А ей со мной не очень. Поняли вас. Скоро будем. Почему? Ну можно же было меня с собой взять. Куда тебя брать с собой? Под пули? Ну да, конечно. Угу. Давай отнесу. Спасибо. Ну дайте мне хотя бы интервью. Вы же целую банду поймали. Это такое сюжетище. Пожалуйста. Так возьми его на Семечкина. Он тоже там ловил, нырял. Все сделал сам. Не, какое со мной интервью? Для хорошего сюжета герой должен быть обаятельный, красивый. Вот как наш майор. Что? Ну что, вы же о сыне давно мечтали. А к вам после Машиного интервью очередь выстроится из будущих мам. Семечкин, я смотрю, ты в последнее время дерзкий стал. Ну, пожалуйста, ну, малюсенькая, ну, крохотулечка, ну, интервьюшечку маленькую, пожалуйста. Да тебе дам, конечно, Мария. Я же не такой гордый, как некоторые. Скажи мне, а сколько у тебя подписчиков? 32 тысячи. А что? Мне надо к ним обратиться. Здравствуйте. Служба судебных приставов. Вот постановление на арест вашего имущества. Да, конечно, проходите, описывайте. Спасибо. Вот и все, Ир. Теперь мы бездомные. Вот такой у тебя муж непутевый. Зато живой и свободный. Как-нибудь проживем. Там про вас по телевизору говорят. Идите, гляньте. Константин Чуднов хотел заработать деньги, чтобы оплатить задолженность. Только в море он осознал, что речь идет о контрабанде. Он поступил как герой, но кредит в банке остался неоплаченным. Узнав об этой беде, сотрудники МЧС обратились к людям за помощью через популярный блог Марии Петровой. Уважаемые подписчики, отряд МЧС 3247 просит помощи в сборе денежных средств для Константина Чуднова. Парень пытался сохранить свой дом для жены и дочери. А когда понял, куда его втянули, вступил в схватку с очень опасным преступником и даже спас жизнь человеку, рискуя собой. Хозяева, есть кто живой? Слушайте, ну что вы, зачем? Спасибо вам. Ух ты, а вас и там, и тут показывают. Ну что я могу сказать, мужики? Народ у нас неравнодушный. Тебе за 3 часа всю сумму для банка собрали. Я
Это как же? Это же невозможно. Да мы сами сначала не поверили. А я верю, потому что люди вам верят. Спасатели. Никому так не верят, как вам. Да перестань ты. Спасибо. Спасибо вам. Я столько защищала его. От всех. Ты правильно делала. Ведь ты прости, я наорала на тебя тогда. Думала, ну, характер у него такой тяжелый, это ничего. Думала, я помогу ему. А как тут помочь, если... Соня, ну, когда твоего папу задержали, улик против него было гораздо больше. Но ты же в них не поверила. Да потому что я знала, что папа не виновен. Ну, откуда ты могла знать? Просто ты своего папу любишь, вот и не поверила. Соня, если ты, ну, по-настоящему любишь Игоря, ему нужно верить. А ты веришь мне? Ну, не я ж его люблю. Привет. Кино смотришь? Угу. Детективы. Ох ты. Я думала, ты их не любишь. Ну, с волками жить. Ну что? Всех поймала, арестовала? Всех, всех. Город опустел. А, вот почему ты домой приехала. А по дороге никого допросить не могла? Я не понимаю твой тон. Что тебе опять не нравится? Мне не нравятся твои вечные детективы. Ты даже на вызов поехала и то к бандитам. Хорошенькое дело, как будто я их выбирала. Может быть, не выбирала? Но убийство Дронова тебя точно никто не просил расследовать. Вот я не расследую. Да? Угу. А кто на поминках со следаком шептался? Кто его на Касацкого натравил? Перестань, Волошин, эту рацию нашел без меня. И отпечатки на ней тоже нашли без меня. Ты сегодня где была? У Волошина? Молчишь? Значит так. И вызов наш ты специально перехватил, чтобы Касацкий остался на базе и дождался ментов. Я ваш вызов перехватила, чтобы ты туда с ним не поехал. И не выпал, например, из лодки. Совершенно случайно. У меня вот такой вопрос. Если Касацкий такой хитрый убийца, зачем он оставил на месте преступления рацию со своими отпечатками? Я не знаю. Ты же мне сказал не лезть. Я не лезу. Не лезть, Юль. Ты из органов ушла? Угу. Вот и не лезь. И к сотрудникам моим тоже не лезь. Приятного аппетита. Смотрю, может, она и не там. Не надо рисковать всей командой. Xin chào tất cả các bạn, là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về ba cây nấm này nhé.
Các bạn ơi, như vậy là chúng mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Để cùng Tứ tô màu những bức tranh tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh cho mình nhé.